Мои ошибки как новичка в Genshin Impact. Ошибка номер один. Загрузка игры на свой персональный компьютер. Все, братик, спасибо тебе большое за внимание. Ладно. Ошибка номер один. Думаю, это очень банальная ошибка. Многие так ошибаются в начале. Я сразу сливал все гемчики, как только их получал в молитвы, не думая о том, какой сейчас баннер. Ошибка номер два. Сливал гемчики на стандартные молитвы. Ошибка номер три. Сливал гемчики на оружейку. Причем не докручивал до гаранта, ну или 50 на 50, поэтому на этом аке только небесное величие. Ошибка номер 4. Прокачивал всех персонажей подряд. Теперь я вообще не ебу, где эти книжечки брать. Блять, в библиотеке что ли? Худшая шутка вообще в мире нахуй. Ошибка номер 5. Прокачивал все пукалки подряд. Не то чтобы у меня кончилась руда усиления, просто не особо понятно зачем. Шестая ошибка. Не собирал сундуки, которые встречались в мире по ходу прохождения сюжетки. Ошибка номер 7. Еще одна очень распространенная ошибка. Не отмечал на интерактивной карте, какие анима, гео и электрокулы я уже собрал. За это, если честно, хочется себе уебать. Ошибка номер 8. Забрасывал игру на полгода, после чего счетчик молитв обнулялся. Именно поэтому на этом аккаунте всего две леги. И те стандартные, блядь. Девятая ошибка. Пропуск ивентов. Из-за этого я проебал очень много примагемов, очень много круток. И именно поэтому сейчас у меня две леги, обе из которых стандартные. Ошибка номер 10. Не тратил смолу ежедневно. Наверное, поэтому здесь нет нормальных артов. Я все еще хочу себе уебать. Ошибка номер 11. Не заходил выполнять дейли квесты. Наверное, поэтому, а дальше вы сами знаете. Ошибка номер 12. Когда заходил в игру, тратил смолу на какую-то хуйню. Просто ходил и бил всех боссов подряд. Зачем? Да я не ебу.